Привет всем, дорогие друзья, GSR1989, вы на канале Глафи находитесь, и для того, чтобы попадать в рекомендации, развивать канал, мне необходимы ваши подписки, ваши лайки и ваши комментарии. Приходите смотреть стримы, смотрите видосики, комментируйте их, Инстаграм, Телеграм, подписывайтесь, в описании они там есть. Все это помогает двигаться вперед. Спасибо огромное тем, кому не лень и кто помогает в развитии. ФЦМ больше, чем СТ-1. Самый огромный средний танк в игре. Больше просто нет, больше просто не придумали. Этакий ТОК-2 среди СТ. И 8 градусов склонения орудия. Сарай. Десяточка здесь бы не помешала конкретно. Ну какой-то жесткой подвижности здесь нет. Брони ДПМа тоже как бы не особо. Да, есть 50 тонн, которыми ты можешь втаранить. Но далеко не всех. Например, ковша таранить не можешь. Химеру таранить не можешь. Ну и еще какие-то танки таранить тоже нежелательно. Которые весят либо так же, как ты, либо около того. Плюс ты попадаешь к девяткам. Я вот сейчас смотрел, думал, что это за танк такой рядом с Кампфпанце. А это ИС-8 на Лесте. Очень круто выглядит сейчас там танк ИС-8. Прям сделали офигенно. Честно, вот жду, чтобы на Wargaming тоже посмотрел и сделал. Вот так вот. Да, выцеливание сейчас идет очень жестко. Но, друзья, это зависит не от вас, а... Ну, вы можете выцеливать. Но в большинстве случаев, типа, такие выстрелы просто не пройдут. Они попадут куда-то, но не туда, куда вы целились. Здесь хорошо разрешает игра попадать и пробивать. Сразу же попадать даже туда, куда ты хотел, в принципе. Вместо того, чтобы стрелять бронированного Кампфпанце, выцеливать, да, сейчас решает, опа, зарядить фугасик и ХВК-30. Понаказывать немного. Чувак аж такой, оу, я в замешательстве. Что происходит? Я куда-то не туда приехал, и он действительно приехал куда-то не туда. На огромной рушке, которая чуть ли не лучше всех в этой игре, ну, кроме Шпикудровича, наверное, может, еще кого-нибудь, выцеливается осколочно-фугасными снарядами и не имеет противоосколочного подбоя. Пока Кампфпанце, используя... Я не помню, здесь 7 градусов давали ему УВН или не давали. Возможно, уже это было в обнове, когда не давали здесь. Пытается отыгрывать даже, наверное, свои 6 градусов УВН, но в нашем с вами случае, скорее всего, команда противников в числе Т-54, Кампфпанце и ИСа-8 просто перекатились бы здесь, убили бы нас на ФЦМ, убили бы этого Кайлера, и было бы все. Это, опять же, из разряда нашего обычного рандома. Здесь же нет, происходит бой пока что, когда нашего героя не замечают. Как видите, у него как 1500 хп было, так и осталось. Чтобы по тебе не стреляли, и ты по всем попадал и пробивал, для этого необходимо не умение, ну как умение тоже необходимо, надо знать куда-то целиться тоже. Но еще и разрешение от игры. ВБР должен сказать, да, чувак, в этом бою ты на вот этом говнотанке сможешь. Все-таки ФЦМ один из самых ненавистных мною танков из-за своих габаритов в первую очередь. Потому что ну, это ни хрена не средний танк. Вообще ни разу, ни по массе, ни по габаритам. Это ж просто жесть. Это типичный тяж, которому надо набавить брони, да, 10 градусов углов склонения орудия, убрать эту дебильную шишку на башне, и было бы что-то более-менее, возможно, нормальное. Мы выигрываем, а тут Эмиль-2. Сколько снарядов у Эмиль-2? Да, если он ехал издалека, значит, снарядов должно быть 3. Два заходят, один не заходит. Вовремя до ворот сейчас спасает. До адреналина далековато. Поэтому, ну, сейчас крит механика водителя. Но крит уже починен. Эмиль очень долго набирает, дозаряжает свой первый снаряд. Поэтому можно вот так вот в лоб с ним погаситься. Но следующий выстрел бы уже нашего героя ухайдокал бы. Теперь помощь по ИСу-152, который забирает нашего Т-54. Чувак, в общем-то, не успевает сделать ничего хорошего. Но счет уже 5-3, вчетвером против двоих, поэтому остается только добивать. Начало и серединка данного противостояния были отыграны шикарно. Но когда будут не замечать такой огромный танк, друзья, то помните, что вам разрешили. Вот это хорошо.
И Су-152 можно подставиться под него сейчас в легкую. Ты такой, ага, я типа дофига на таком танке сейчас настреливаю. Но он там раз, выехал где-то с той стороны, где он и был, и до свидания. Вот, и Су-152 смотрел не на нас, смотрел на киллера, и его и добрал. Киллер, Кайлер, блин, все по-разному называю, да? А вот и броня не пробита в самый ответственный момент. И Су-152, сведение, все, не успел. Если он и был перезаряжен уже, то необходимо было подрубать резервы. Это кидать свертухи. Тогда было бы норм. Ну, ФЦМ это то, что если вам выпадает из контейнера, вы можете этим пользоваться. Он очень хорошо фармит, это факт. Но нагибать на этом танке, ну, это как минимум не весело, знаете? Вот абсолютно не весело. Не из тех танков, которые веселые и вам не надоест. Абсолютно. Но 1726 опыта на восьмерке и 6к практически нанесенного урона на одном из самых худших танков на уровне – это жесть. И итога 166 тысяч кредитов без премиум аккаунта. Вот такое. Друзья, Инстаграм, Телеграм в описании, там же моя почта. На почту вы присылаете реплей с двумя вот такими вот скриншотами после боевой статистики. Обязательно указывайте сервер Wargaming или Леста. Прошу прощения и спасибо всем за просмотр. И пока-пока, друзья.